Вот такая красота. Сплошные питоньки. Приближать не буду, потому что вот они и тут. Как красиво. Вот такие я выращивала. Но выросли они у меня так себе. Смотрите, как красиво. И там стоят, я не знаю, каны, калы. Были у меня такие цветы. Очень красиво цветут. С красным, белым, розовым, всевозможным. На югах их не выкапывают. Вот я покажу, какие сейчас. А, вот он цветет. Вот. На юге их не выкапывают. У нас их в Подмосковье выкапывают. Поэтому, извините, я от них избавилась. Терпеть не могу. Вот эти вот выкопай, закопай. По весне опять копай. Короче, бесконечные эти копания. Надоедают. Не люблю. Так, ладно, все, пошла я по делам. Вот такая красота. Город Нарфоминск. Рынок. Рынок. Роз море. Хризантемы море. Берите, что хотите. В прошлом году купила вот такую вот, вот такой цветок, вот такой фиолетовый. Все, он у меня в этом году превратился в зеленый. Что я только не подливала ему, чтобы он был фиолетовый. И краску какую-то для гортензий. И все подряд. Не-не-не-не. Бесполезно. Так что вот так вот. Так, дельфиниумы. Ну, был бы новозеландский дельфиниум, я бы взяла. Новозеландские это вообще невероятная красота, конечно. Так, ладно. Ритули я не вижу, нашей ритули. О, вот это вот, я забыла, что такое. Так, а котовник. Вот написано котовник. Но такими я не увлекаюсь цветами, потому что мне их сажать негде. Это что, коты на них сбегаются, что ли? Я не пойму. Ох, какая жара у нас. Вчера Москву все улило. Невероятный был дождь. А у нас ни капли. Привет, ритуля. Я говорю, ритули не видно. А, плохо, Рит. Давление такое, что прям чуть не в лёжку. Я вот говорю, в прошлом году вот такие красные купила. В Москве, короче, в питомнике. Или вот такую, я не помню. Она в этом году уже зеленая стала. Ничего я не пойму вообще. Я так разочаровалась в них. Да, вот так вот. И я прям стою тоже так вот. Вы же ее подкрасили? Наверное. И я в этом году уже крашу ее красками, да? Бесполезно. Она как была зеленая. Ритуль, посмотри, пожалуйста, списочек. А? Так, и с твоими цветами сейчас. Ладно, потом. Что-нибудь, может, есть из этого списка? Ты матисы. Нет. Как Валя сказала, забубенные, у тебя забубенные все сорта. Я говорю, конечно, я выбираю те сорта, которые не болеют, которые цветут, как говорится, много-много цветов. Уже ничего нету. Ну ладно. Это вот надо у Юли спросить. У Юли у нее очень. Это у которой по 1800? Да. Ага, сейчас. На Юле у меня денег нету, это 100%. Ну, даже если есть, то я такие дорогие не покупаю. Я покупаю дешевенькие. Ломоносов. Ну, Ломоносов я, допустим, сейчас и брать-то не буду. Ну, так я его записала. Нет, я привезла, но у меня другие там сорта. Ну, тоже красивые есть. А можешь рассказать, показать? Пожалуйста, если не трудно. Вроде бы... А вот это что такое? Вот это? А вот я ручки нюхайте. А? Ручки нюхайте. Сейчас. Ой. Ага. Классная штучка. Это оно же самое. Да. Так что это? Это санталина серебристая, полынь еще ее называют. Она шариками такими желтыми. Поняла. Да. Ну, полынь я взяла в этом. Это в питомнике она выгнала у меня высокая. Я отдала соседке. Я не такие. Нет, низенькая. Вот такую бы я, вот такую бы вот еще бы красивая, посадила. Да, посадила. Но как она зимует? Ну, не знаю. Говорят, неплохо будет. А там Бог его знает. Да, это точно. А там Бог его знает. Ну, конечно, на такой жаре. Green Fashion очень красиво. Вот это вот роза шикарная. А вот это что за роза? Вот это Green Fashion очень красиво. А, вот она. Молоденькая, да. А это она, её да? Сейчас не видно, да. Это вот двухцветная очень красивая. Ага. Вот, 3D. Вот, 3D вот, есть у меня. Вот это вот красивая очень роза. Ага, это как называется? Ой, это, по-моему, Джульетта была, да. Ага. Вот это вот такая вот. Вот это что? Это Тропикана. Сейчас, что ты слышишь? Это Моди Блю. Это вот с зеленцой, которая Green. Красиво. А, как она называется? Green, сейчас, подождите, Fashion. Green Fashion. Ну и сколько вот она? Это Игуаджица. Вот это сколько? Они по 400 у меня все отдают. Вот Green Fashion, напомни мне, чтобы я посмотрела еще, возьму быстрее вот, всего. Игуаджица, вот она очень красивая. Она сейчас просто не такая, вообще классная Игуаджица. Что-то знакомое, но не могу. Игуаса, Игуаджица ее называют. Ага, а вот это розовая? Вот это София, это София. Не... Сейчас этот хотел. Софья Думаян. А вон тут высокий бокал розовый. Да. Это Ренегосини. Вот это меня заинтересовало. Ренегосини. Это самая неубиваемая роза. Слушай, да. А это сколько? Они по 400 есть. Все по 400. Все по 400. Ритуль, короче, вот эту возьму. Ага. И вот, которую я с зеленцой, ты сказала. Вот, да. Грин. Так, да. Списочек. Ага. Видишь, ехала за одним. Естественно, я наберу. А как-то я без роз. Блин, а ты знаешь, что я сегодня пешком, что называется, ну, на маршрутке. Ну, они легкие. А вот это забыла. Вот. Это. Ну, да. Пек интуишн, а это Red Intuition. А вот это стало. А какой второй? Второй какой? Пек вон он. А, розовый. Сейчас покажу. Я просто на камеру.
камеру покажу. Вот это тоже интуиция. Это черная, темная будет роза, красивая. Нет, очень. Хватит две. У меня просто денег больше нет. Вот такая вот, открою тебе секрет, денег просто нет. Ну, не то, что нет. Не то, что нет, я просто больше не беру. Вот так вот, я хитрая теперь. Хитрая, хитрая. Вот если бы я знала, почем вот эта полынка? Вот такая, вот эта? Да, да, да. Там по 400 я еду. Ну, вот, понимаешь, вот все, что не возьми, да, вот я ничего не говорю, это цветы, это деньги, это вырасти его. Я же сама выращиваю, я знаю, что это такое. Это вырасти из такой непонятной зернышки, да, но я честно, я боюсь. Мне очень нравится, но да, я боюсь, подумайте, что она у меня не выйдет. Да. Это быстрее всего, знаешь, как у кого-то взять клумбы. Мне еще, знаете, угадайте, что это? А я открою ромашку. Нет, тысячелистник такой, оказывается, есть. Нифига. Да, вот нюхайте, он пахнет. Как? Ну, прям вот, тысячелистником пахнет. Да. А, листик ты имеешь в виду. Да, пахнет прям тысячелистником. Я думаю, да что ж это такое? Нет, тысячелистник. Угу. Ну, он же обычный, а это вот такой. А, обычный я посеяла красный, получился розовый. Красный, да. Получился розовый, у меня теперь вся дорожка в этом. В этом, вот, да, в тысячелистнике. Ну, да, обычный, да, бордовый. Он разрастается, красный, я, тебе, я вам секрет открою всем. Я знаю, да. Он разрастается, мама дорогая, ну, держите. А вот это кто такой? Это ромашки. Вот это. И вон ромашки. Ну, короче, все по 400, да? Нет, почему типа 300? Ромашки 350. Нет. Ай. Да. Ай. Эти по 300 могу. Ага. Тысячелистник, подумайте, очень красиво. А сколько он? Идет. Ну, 400, ну, 350 вам могу его тоже. 350, да. Вам могу. Ой, блин. Классно. Ну, это мне надо. Приезжайте. Это мне надо складывать себе все и. Блин, а крика будет. А знаешь, сколько крика будет, если я скажу: заедь, пожалуйста, критули, забери, пожалуйста, цветочки. Ну, да ладно. Ага. Да, ну, знаешь как? Да, ну, мне работа. Ой, нет. У меня какая? У меня красная, да? Ну вот такой точно нет. Вот такая, потом вон, гляньте, сиреневая, розовая, нет, белая. Нет, вот эту я бы взяла, вот эту. Вот, потом красный лист. Тоже, как она разрастается? Да. Боже мой. Ну ее стричь надо просто. Вот, а этих новозеландских нет у тебя дельфиниум? Вот боже, такие, какое это. Это махровые, тоже красивые. Ну я их сама. А я не знаю, чьи они. Нет, новозеландские, если ты увидишь этот дельфиниум, ты сразу скажешь, что это такое? Вот, они невероятные, они вот цветут, да, вот так вот у них стена. У них нету вот этих вот прям, да, прям стена у моей соседки есть. Махровые, классные, да, у моей соседки есть, рабочие сломали, я не знаю, если можно будет собрать цветочки или нет. Я имею в виду зерна. Попробуйте. Ладно, Ритоль, давай мне еще вот этот, который ты сказала, да, красавец. Очень миленький, смотри какой, да, который свести еще будет. Так, миленький и, так, значит, 350, да? Да. Отлично. Так, и я ромашки так люблю, но, Рит, но, знаешь... По 400, я за 350, шикарно. Нет, отпуск, я не донесу, Рит. Ну, смотрите, потом придет, у меня не заканчивается. Да, я не донесу, ему его я не хочу загружать. Ну, человек реально работает, понимаешь, в чем дело? Понятно. Они нас кормят, поят, а мы давай загружать их. Да, а мы давай загружать цветами. Смотри, ну, вот эти вот, я бы не купила вот эти ягодки, конечно. А вообще, знаешь, можно рискнуть, почем они их продают? Ой, нет, за 1000 не возьму. Хотя бы за 400, за 500 я бы еще взяла, а за 1000 нет. Ну, я на следующий год, если даст Бог нормально, то будет, по своей цене приведу. Ага, да, даст Бог, будем живы-здоровы, как говорится. А вот это что за метелки такие? Это сальдага, ну это здесь желтые вот эти вот. Растут кусты такие желтые. Ё-моё, да. Это я забыла, как... Золотарник. Да, золотарник. Вот. Ё-моё, Рит, он же у нас, как говорят, вне закона. Вне закона, да. Я не знаю, запрещено его выращивать на участках везде. Он очень размножается. Я еле удалила его. Еле. Ну, продают, конечно, продают. У нас же все продают. Ну, ладно, все, наверное, на этом я буду заканчивать, потому что невероятнейшая жара. Приезжайте в Нарфоминск. Вот, какие сейчас красивые. А вот это не твое уже, да? Или твое? Да. Все мое. Все мое, как у Карабаса. Как у Карабаса Барабаса. Все красота, да. Стараемся, все для любимых покупателей. А, знаешь что, ванила фрайс. Я купила 2 года тому назад гортензию. Мы ее не стригли, мы за ней не ухаживали. Откуда мы знали, что ее... Я думала, как бульдонеж посадила и растет. Оказывается, ее нужно стричь, и она в этом году у нас цветет. Мы такие удивлены. Она вытягивается. Да, и она вообще не... Я думаю, что за какая-то выкинуть надо? Ничего подобного. Цветет. Я вижу, вот он, вон у тебя. Видите, какая вывод. Ага, это кто? Ванила что же? Тоже ванилка, да? Ой-ой-ой, ее очень-очень нужно стричь. Ну, если кто, конечно, ты напиши, да. Потому что ванила, она же самая знаменитая среди гортензий. Да, я думала, что как бульдонеж. Мы же его бедного не кормим.
Ну ее побил этот. Ой, надо тебе. Побил. Смотри, они тоненькие какие. Да, ой. И она пошла вон она. Да, ну ее град побил. Ну красиво они тебе. Да, град побил очень много. Грандифлора на классе. Угу. Ладно, все. Красиво. Вот. Ой, это. Ну как? Пузыреплодник, да. Ага. Я его сама выращиваю. Ну, купили когда-то два куста. Да, два куста купили. Ага. Он и так вот, и с этой, как называется-то, господи, и с пяточкой, если оторвешь. И без пяточки, если будет. Да. Прям идет, прям он, да. А, вот еще вот такой. Золотистый, да. Угу. Так, ладно. Ладно. Забираем, считаемся на мои покупки. Ага. Вот это вот, знаешь, как она цветет? Да, я имею в виду, у нее столько бутонов потом. Да. Я не люблю такие розы, если честно, да, которые с зеленым. Вот, вот она, видишь? Ну вот да, здесь. Она потом распускается. Но как я посмотрела, какая она вся прям усыпанная цветами. Все прям невероятно. Конечно, она тут не покажет в этом. Вот. Ну что это, горшочек? Что это? Да. Я, кстати, цветы еще не посадила, розы, которые в прошлый раз покупала. О, вот такая они, вот я. Они все на да некогда, смотрят. Просто некогда. Да. Так, все. Заканчиваю. Считай, посчитай, Рит. Сколько? 1150 получилось. 1150. Вот представляете, какие цены, а? Угу. Это называется смешные цены. Я одну бы розу за 1800 купили бы. Нет, туда я не пойду туда за 1800. Я тебе говорю, да, у нее красивые розы, у нее там. У меня ничем не хуже будут. Да, она знаешь, как вырастет. Она вырастет, ее кормить, поесть. Люди сейчас приходят, вот такие, довольны. Нет, я помню, на трассе роза понравилась мне, 4000. Я говорю, ну что, золото что ли вся у вас? Наверное, да зачем? Да вы знаете, что это за роза? Я говорю, да в принципе-то знаю, но 4000 она реально не стоит. Но поверь мне, там люди покупают. Ну, на трассе покупают. Так, ладно, все, рассчитываемся. Ну что, мои красоточки, привезла я вам подружек. Не знаю, правда, куда высаживать. Даже не представляю. Сначала я прочту все. Все о них. Ну, вот это низкорослые. Как она сказала, чистотел, что ли? Или тысячелистник? Забыла я уже. Ой, ё-моё, я не могу. Ну, память совершенно девичья. Вот совершенно так. Вот это, наверное, пойдет к лавоглоту близко. Но если она высокая, то, конечно, нет. Так, вот это, возможно, на дачу. Возможно, не знаю. Тоже нужно читать. Так, они в горшочках, что они там выглядят очень низенько, очень вяленько. Так, ну этот горшок, ну может быть, чуть-чуть вырастет. Чуть-чуть, вот по-другому. Может быть, чуть-чуть повыше, но в основном-то он должен так остаться таким же. Вот, а для него я, наверное, вон туда местечко. Вот, туда, да. У меня там низенькие ромашки, но опять же, я их еще буду смотреть. Вот. Так что вот так вот. Привезла подружек. Так, ну вот смотрится у меня помпанелла, прям совсем не помпанеллой смотрится. Посмотрите. Ну да, она разворачивается потом. А как же? Сначала помпончики такие маленькие, а потом она разворачивается. Вот она и развернулась, наверное. Да, тоже какой букетище. Прекраснейший букетище. Очень она мне понравилась. Не зря я ее взяла. Я так думаю, что не зря. Так, девчонки мне сказали. Не анаты, не полька. А посмотрите, как она совсем развернулась. Она огромнейшая, я не могу туда шагнуть. Не могу так предположительно к польке. Я не могу к ней шагнуть. Но посмотрю, как вы мне написали, девочки, так я посмотрю эту розочку сегодня. Если у меня время, конечно, будет. Опять же, время. Время, наверное, самое дорогое. Да, забыла, как сказать опять. Опять забыла, опять девичья память. Самая дорогая валюта. Вот, скажу вот так вот, что пришло на ум. Так что вот так вот. Пойду я их понесу домой. Оставлять я их розочки здесь не буду, естественно. Ну, что дарить людям? Хоть, в принципе, если их оставить вот там в кустах, их никто не увидит. Ну, какая же моя крапивка, колиусы. А я упорно ее называю крапивкой. А как же? Ничего страшного. Здравствуйте. Ничего страшного. И вот это вот колиус, вот этот и вот этот. Это одно и то же. Одно и то же растение, просто я переросла на балконе. Так, ладно, все, пошла я, что тут стоять. Ой, а вот ностальжи как. Какая она безумная роза. Господи, да розы, какую не возьмите. Все прекрасные. Какая она нежная. И тем более здесь как бы полутень, ну или тень, я не знаю. Она на свету будет совершенно другая. Как вот выглядывает двойное удовольствие. Вот он выглядывает, вот один. Он же тоже на свету будет другой. Так, иди, дайте я его приближу немножечко, как смогу. Вот, двойное удовольствие. Ладно, пойдем мы с розочками домой. Вот мои красоточки дома. На балкон я их не поставлю, потому что там жара невероятная. Вот, поставлю немножко в комнате в прохладе. Пролить сверху ее я не могу, потому что вот земли, видите, прям насыпана земля. Вот, взяла вот такую кастрюльку, налила в нее
водичку, и она, поверьте, всю ее выпьет. И эту тоже пролила. Рене Гассини. Ладно, Рене, посмотрим, как сможем мы с тебя человека сделать. Ой, розу, господи боже, уже вообще пипец. Вот, видите, тоненькая, колючая, невероятно. Но защищает себя как может. Естественно, это все обрежу вот это вот слепыш. Даром не нужен, вот, вовнутрь идет. Вот это вот, ну, посмотрим, вот здесь где-нибудь буду резать внизу. Вот, а так, в принципе, так, а где у тебя прививочка? Плохо видно, свет я включила такой, никакой. Ну, тут фактически одна вот веточка. Вот вторая, на чем держится ее документ. Вот, вторая, так, еле-еле в душа в теле, и идет веточка вовнутрь. Может быть, ее совсем надо срезать, но посмотрите на ней, какой цветок. Она вообще какая-то тоненькая. Ладно, буду читать, буду смотреть, какая у нее высота. У этой беленькой. Ну, зелененькая. Какая она беленькая, она зелененькая. Так, покажись. Green Fashion. А на этой только написано вот. Рене Гассини. Пойду заниматься, пойду читать. Пока время есть. На улице жара невероятная. Куда там? 30-32. Ох, ох, ох. Так вот, на балконе будет пекло. Невероятнейшие. Ладно, все. Всем пока. Да, вот забыла еще. Вот такой вот душик я им сделаю. Ну вот, опрыскиватель комнатный просто. Вот. Немножечко прям. Тут циркончик и пинчик. Я свои дельфиниумы обрабатываю, потому что не растут никак. Там вообще поздно посаженные были. Нужно все-таки их сажать осенью. Закапывать снегом, и тогда все будет хорошо. А поздно посаженные весной, они вот так вот никак.